Всем привет! Всем, меня зовут Сова. Это совушка твоя? Меня зовут Сова. Можно я покажу? Нет, нельзя. Я большая. Большая совушка? Да. Иди ко мне на ручку. Иди ко мне на ручку. Это Алисина любимица совушка. Да. Она умеет петь песенки. Держи, доченька, да? Ну, рассказывай, кто у тебя стоит на столике? Кто у тебя сегодня... У меня есть такой милый-милый. Кто это? Да, очень пасученький и маленький. Это твой лохматик? И наш маленький. Это лохматик-малыш? Да. Да. Его зовут... На коробочке написано. Хочешь покажу? Я Фовочка. Свити, Алиса. Я Фовочка. У него есть сосочка, да. А можно мы его посмотрим? Доставай. Из коробочки доставай и показывай ребяткам. Ох, он какой большой лохматик. Это лохматик, малыш. Зовут его Свити. Сосочка у него достается. Ой, он сразу начинает плакать. Ему нельзя сосу достать. Вот, я засунула сосу назад, и он стал ее сосать. И смеется, нравится, что я сосу ему отдала. Здесь сверху есть кнопочка. Дай. А будет? Да, Алиса мне пока не разрешает его трогать. Такого лососова. Милого лососова. Вот. Вот такого, да, ты хочешь? Нет. Вот тебе. Ну, это он и есть. Ой, он плачет у тебя. Алиса. Ты лучше погладь его, зачем ты соску-то отбираешь? Лохматика. В общем, лохматик у нас весь испищался. Я хотела еще розового. Розового хочешь? Розового зовут Лотти. Еще есть фиолетовый Трикси. Ты хотела розового. Да, а у нас Свити желтый. Ну что, доченька, кто еще у тебя тут есть? Что еще новенького у тебя? Бабушка. Новый фербик? Можно я покажу его? Нет. Еще Алисы новая игрушка, Ферби-заводилка. Черный! Черный заводной Ферби. Мы его уже открыли. Дай! О, блин, а головой встала! Вот такой черный Фербик у нас есть. Батутазию! Сейчас положу. Так он заводится? Нет, бабу. Бабу. Такой прикольный Фербик. Бабу. Все, я назад его кладу, хорошо? Не нервничай. Вот в таком домике живет Фербик у Алисы. Держи. Нет, бабу. А что это за коробочки у тебя стоят, Алиса? Кишки, мяу-мяу. Будем открывать? Это мои кишки, я белый кот. Это совушкины киски? Я белый кот. Ну что, совушка, будешь помогать нам открывать? Да. Давай, начинаем. С какой? На белый, вот такой. С белой коробочки. Сегодня с Алисой мы будем открывать вот такие коробочки, котята. Держи, доченька. Начинаем с белой. Хулигашка. Есть еще желтая, красная коробочка. У нас беленькая, да? Да. Начинаем. И вот такая, и красная, и вот такая, и желтая, и белая. На папа возьму. Папа тебе, да, купил такие? Да, с колечками. Ты ему заказала сюрпризик с котенком, он тебе купил целых 3 сюрпризика, да? Только это хотела я колечки. Ну, я не знаю, будут там колечки, не будет колечек. Да, будет. Ой, что это такое? Кусать. Мармеладки? Красивые. Ну-ка, показывай. Сердечки мармеладные. Мачка, убитый на ёбань. Попробовать давай. Так, жевательный вот так, мармелад. Надо, вот так. Прямо кушать надо? Да, жевать, сука. И салат. Ой, сердечки такие хорошенькие. Попробовать? Мачка, тебе попалась вот такая. Как на вкусно. Вкус, как ягодка вкусно. У тебя как ягодка, да? У меня как яблочко. Котёнок. Там котенок какой-то? Котенок. Давай я открою. Торчит. Торчит? Ой! Ой, торчит котенок. Сейчас мы его достанем. Смотри, она Алиса.
Это принцесса! Алиса, смотри, какая киска хорошенькая, с короной. Мамочка, это маленькая зеленоглазая принцесса. Это Сабасаса. Я всегда ее любила, кичка. Ой. Нам попалась Эмма. Ее зовут Эмма. Эмма, милая принцесса, и скучать нам не дает. Открывает лапкой шкафчик, одевать себя зовет. Бант меняет на платок, а корзину на цветок. Перед зеркалом весь день наряжаться ей не лень. Она еще и модница, Алиса. Модница? Модница, да. Вот сколько котяток в этой серии. Вот наша Эмма. Открываем следующую коробочку, желтую. Это моя Анджела такая. Это твоя Эмма? Да, моя, да? Эмма. Нарисована. Так, что Алисе попалось? Нам еще одна Эмма. Еще одна Эмма? Какая киска там? Ой, мордочки не видно. Давай откроем. Держим. Доставай. А я пока вкладыш достану. Мамочка, это волк. Это не волк. Это собачка. Нет, это котенок Тим. Она как собачка. Алиса, это котенок Тим. Он почему как собачка? Цвет такой? Да. Как волк. Самым первым Тим встает, всю квартиру обойдет. Где хозяйка? Где подружка? Сладко дремлет на подушке. Ну а я хочу играть. Залезаю на кровать, разбужу ее скорей, сразу станет веселей. Вот он какой Тим, озорной котенок. Тимотина! Вот он Тим, пушистик маленький с белыми лапками. Вот наша принцесса Эмма для сравнения. Ну, какой хорошенький Тим. Мне нравится, Алиса. Надеюсь. А тебе показалось, что он похож на собачку, на маленького волка. Мальчина больше нравится. Эмма больше нравится. Угу. Ну давай посмотрим, что в третьей коробочке, да? Наши котятки со Светиком пока сидят с лохматиком. Алиса кушает. А Алиса кушает, сидит. Ну что, открываем следующую? Я покушаю! Да. Нам попался Тишка. Сейчас посмотрим. Мальчик! Мальчик маленький. Да. Ты посмотри на этого Тишку. У него же он как пират. Один глазик перевязан. Мальчик. На повязке нарисована косточка рыбная. Но как мальчик. Это мальчик, он такой хулиган. Держи. Напоет. Поет. Буй-буй-буй. Это он такие песни поет? Буй-буй-буй. Тишка, пусть и очень мал, много он уже узнал. Как залезть в большой сапог, спутать бабушкин клубок. А еще ему не лень бегать, прыгать целый день. И на радость малышей заводных ловить мышей. Алиса. Не я, собачка. Вот такая, вот такая, вот такая. Вот все наши новые игрушечки. Да, не сову. Кто, Алиса, тебе понравился больше всего? Я. Котята и Фёрбик, да? И Свитик, лохматик, да? А сова? Пятя. Нравится? А кто понравился больше всего вам? Пишите в комментариях, нам очень интересно. Всем пока-пока! Пока-пока!